Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Макса Пейна. Ебать, началось! Хорош! Так, блядь, начало у нас серьезное. Не нравится. Нет, нет, нет. Перестаньте. Куда мы заходим? Валим одного убитого. Валим другого ублюдка. Чё-то серьезно они как напали на нас. Чё там? Неинтересно. Так, аптечки. Ага. И что в итоге? Все закрыто. Так, командос. Патроны вроде бы у нас есть. Нажимаем F5 и пошли. Тихо. Да пошел. Блять, попал. Просто попал. Когда мы делаем так просто? И все. Перезаряжаем. Блять, а как же нам это поломать? Вот так, знаешь, да, поломать у нас получается. Прости. А, вот так. Что-то я торможу. Кто там не выскочил? Ума ни у кого не хватит. Кто-то есть, а? Есть, вот, видел внизу. Нихуя себе просто. Тихо, спецназовцы. Да. Что делать? Че? Блять. Ладно. Там что было тут? Спеши. Итак, гранаты есть. Блядь, как так? Перестань, стреляй! Хорошо, ты ступай. Здесь что? Да. Перепрыгивать, если ты. Вот здесь я уже путь, я перепрыгнул. Ха. Интересно. Блядь, ты что ж тут сделаешь? Блять, да сука, пидор ебаный, нахуй, откуда ты выскочил, блять? Гандон. Хорошо. Все, пока что у нас хорошо складывается. Нет, все, пошел.
Я просто хочу сохранить жизнь. Я не хочу, блядь, идти в неизведанное. Ёбнутый, ёбнутую мать, вы чё? Граната откуда-то вывелась. Ну да, тут оно, в принципе, так и должно быть. Так и должно было быть, с гранаты надо было валить. Вот тебя ж там нету, пидора, блядь, а? Появился. Зря ты, блядь, появился. Вот же гандон какой, а? Просто гандон. Ты гандон, вот. Чаще можно сохраниться, потому что будет пиздец чувствовать. Дальше просто мандец. Что граната? Пожалуйста, кушайте, блядь, не обляпывайте. Так, закрываем. Вроде бы все так я делаю, все правильно. А вот это не входило в мои планы. Я хотел сам все взорвать. Вижу. Вижу гондона. Ты гондона видишь, его нужно наказать. Тут нам что делать? Смотреться, во-первых. Вот так, блядь, слез. Вот где надо, блядь, сладить. Не вижу гондона. Вижу. Аккуратно, Макс, аккуратно. Тут самое главное не спешить. Просто смотреть на эту ситуацию. Я понял тебя. Так и будем проходить. Как иначе? Что там вылез, блядь, а? Зачем я упал? Никто не знает. Я вот тоже, блядь, не догадываюсь. Бой, как ты в меня не попал? Так, ты у нас прячешься вот там, да? Вот я сейчас, блядь, сюрприз кинем. Слышь, на, пидор, блядь. Сам упал. Ладно, пусть, блядь, надоело. Пойдем дальше.
там мед у нас есть. Как посмотреть? С одной гранатой. Хреновенько. С одной. Кто там из команды появится? Как тебя видеть? Ой, добрейший вечерочек, блин. Вижу. Ох, ебать! Что-то зазвенело, как-то я, блядь, это... Ай-яй-яй! Не подумал. Ладно, аптечки нет, аптечки я видел. Ты уже на изи у нас. Да, блядь, что ж тут такой кидер есть нахуй, а? Что там делал? Жизнь хотел спасти. Блять, опять меня поломали еще. Ты че? Больной, блять! Ебанутый, что ли, совсем? Как ты слез, блядь? Долбоёб. А, раз, два. Вот так. И вперед. За родину, блядь. Откуда? Кто? Я кто? Главный пульт не работает. Тут что? Окей. Понял. Сюда. И вот. Блядь. Что ты, мразь? Так ты. Да блядь. За лупу попадешь, блядь. Молодец. Я, блядь, брошу нахуй. Ёбнутый, что ли. Хорошо, что закрыто. Блядь, я уже надеялся. Не надеялся, точнее. Бросить, блядь, хотел. Ага. Получилось. Это шап. Так, выманил. Не-не-не-не, а то ебанешь. Что? Надо. Опа. Ёбочки. Опачки. Отдыхай. The monitor showed me the way. Почему тут открыт, а? Ну я не хотел, чтобы было открыт. Так, 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 ладно, слопаем. Возьмем. Нажмем. Пошарим здесь.
Граната. Тут. Нихуя. Команда с меня полная. Офигеть просто. Ладно, жмем F5. Вперед. Processing diagrams fill the control room screens. All but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant. Все понятно. Нет, долбоёб! Так нельзя делать. Не по-пансански. Ну? Кто пизды не получал? Где вы, блядь, убедили? Да. Молодец. Сейчас получше возьму. Откуда? Снизу. Снизу откуда? Гандон. И попал же, вот просто попал. Пусть. Пусть с ним. Тут и деньги, таблички есть куда-нибудь. Тихо, что происходит? Что ты делаешь? Куда? Ты чё, хуета? Поломал. Пять лет домой. А, я понял. Нормальный пацан. Давай! Погнал! Где ты? Где? Уёбок. Да блядь, да опять ты попал в меня. Да как так-то? Нельзя, блядь. Это как? Это, блядь, как? Да ты охуевшая тварь, блядь. Вот ты кто, нахуй. У меня дохуя гранат, у меня еще вот этой хуйни много. Потому что ты меня заебал. Раз, блядь. Все? Все. А, у вас двое тут было. Я понял. Молодцы. Не получилось? С кем не бывает? Хорошо. Все, прятал. Короче, у тебя тут нет. Ой, ебать просто.
просто пиздец происходит. Ты тут что делаешь? А, вон оно как, блядь, даже вообще подходить нельзя. Замануха охуенная. Спасибо. Понравилось мне. Вот у меня дохуя патронов. Зачем я пошел? Блять, с первого раза на дурачка вообще шел как влитой. Сейчас что-то началось. Это и есть. Дальше. Это есть. Блять, его тоже трогать нельзя, что ли? Я не пойму. Нет. Я же должен пройти. Че, я не мужик, что ли? Служил. Так. Ёбани, главное, что не болит. И че, я сюда пришел? Ага. Я понял. Боевики, блядь! Ебаные там, вас не шел. Хорош, хорош, хуйней заниматься. Вот это мне прилетело. Вот это, блядь, я вообще только что это. Да. Интересная херня. В принципе, я уже знаю, как проходить. Вообще что-то непонятное произошло. Дальше. И главное нажатие F5, блядь. Вот. Ты что, больной что-то? Попасть не мог. Да как ебать? Ты чё, блядь? Шишка ебаная. Идите нахуй. Я не пойму, со спиной что ли? Ты откуда там взялся, блядина? Ты же, блядь, перезаряжал! Понравилось? Ты живой еще?
куда это ведет? Подожди. Вот дверь. Понятно. Ебать, хуйня какая, куда произошла? Так, вас. Интересно, серия длинная получается, да? Да. Огонь. Огонь. Что я сделал? Я все прикрыл. И? Зачем я это сделал? Чтобы идти обратно? Уверен. Появился какой-нибудь. Подожди. Чё за нах? Чё от меня надо? Тележка. Поехали. О как! Что-то непонятное я сделал. Ну-ка, сейчас попробуем. Если попробовать сразу убрать эту телегу. Вы куда-то туда едете, да? Не получилось. Это там. Дети, Ваня, включите. Что с тобой делать? Ты вообще ездишь, нет? Хуя. Что происходит? Что надо сделать? В тележку попасть, блядь, понял. Сейчас попробую. По-любому что-то с этой телегой надо делать. По-любому. Сама открывает, да? Да. И дальше, блядь, что? Дальше я не знаю, что делать. Вот что делать, блядь, дальше, ёб твою мать.
Вот что делать дальше, сука. Как я проебал повороты. Сидит тут. Есть мне что нужно, ты что предлагай? А, куда пробежать? Да. Не пало. Палку. Молодец. Ёбаный ты больной, блядь, чёрт нахуй. Что произошло? И хорош! Вы чё? Вы чё? Ну и нахуй! Вы чё делаете, блядь? Это, блядь, я попал. А как? Здесь, блядь, нет. А где? Сидеть. Тут сидеть. Ждать. Go, go, go! Жили все. Да, интересная серия, базара нет. Объект D6. А этот D6 объект мы посмотрим с вами в следующем. Да. Мультик. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? I think he's dead already. Let's do it. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Evacuate the complex immediately. We've got company. Тихо, ребят, тихо. Все, пусть оно останется так. Ребята, серия будет бомбезная следующая, так что не пропускайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, желаю всем удачи и всем пока.